Да? Что такое? Пока. Да. Геральт. Зелья готовы. Инструменты тоже. Хорошо. Весемир. Вытяжка чертова корня, чтобы приглушить боль. Я знаю. Я это уже делал. Эскель, надсеки ему вены и вставь трубки. Геральт, расставь эликсиры по подставкам. Готово. Тогда открывай клапаны. В любом порядке. Чертов корень подействовал? Если бы он не подействовал, Ума уже впал бы в болевой шок и умер. Значит, все в порядке? Нет. Но в пределах нормы. Давай следующий эликсир. Я надеялся, что мне больше никогда не придется на это смотреть. Зачем тогда оставил стол? Геральт, следующее зелье. Ойси Кайфин. Что теперь? Теперь будем ждать, пока эликсиры сделают свое дело. День. Или даже больше. Да, вы ждите. А мне придется поддерживать стабилизирующее заклятие. Организм Умы не так гибок, как у юного кандидата в Ведьмаки. Без помощи он... Эскель, прости. Ты не мог бы... Сейчас тряпку принесу. Я не верю, что мы это делаем. Вытираем блевотину с пола? Я про испытание. Если там Цири, испытание может уничтожить ее тело или выжечь эмоции. Ты думал об этом? Йен знает, что делает. Не сомневаюсь. Но мы-то знаем, что она делает. Она тебе говорила, какой шанс, что все получится? Господа... Пол чище уже не будет, а меня надо бы протереть. Геральт, может, лучше ты? Успокойся, Эскель, я тебя не укушу. Ну, давай.
Это нормально? Да. Тело Умы распадается изнутри. Когда процесс завершится, надо будет сформировать его заново. Или он умрет. Вам, ведьмакам, давали для этого мутагены. А мы будем использовать заклинания. Йен, ты засыпаешь. Вот и нет. Вот и да. Тогда сделай что-нибудь, чтобы я не заснула. Не знаю. Расскажи мне что-нибудь. Я рассказывал, как Лютик купил мне меч. Это в Кероке? После того, как мы... Решили разойтись, да. Мой меч делся куда-то, а Лютик об этом узнал и купил мне новый. Пришел ко мне, весь светится. Лучшая веролетская сталь, цена отличная, до того низкая, я будто продавца обокрал. И разлетелся тот клинок после первого же блока. Он проснулся. Пора. Пора снимать заклятие. Готовь филактерий. Понятно. Может, сели Коля, Халива, Кандио. Нет, нет, не позволю. Желтый флакон у меня в сумке. Тихо. Слушай. Холли. Холли. А нет. Дэвид, себе. Холли. Холли. Конец. Дэвид. Арива. Эльди. Геральт, открывай филактерий. Коньяков! Сара Манеля! Ди! Авалак, ты знаешь его? Да, эльф. Айн Эйр, знающий. Где Цири? Спрятана. Остров Туманов. Но там... Там небезопасно. Охота. Чего охота хочет от Цири? Крови. Старшей крови, чтобы открыть врата. Нельзя. Этого нельзя допустить. Остров Туманов, где это? Повсюду. И нигде. Слушай, знающий, мы снимали заклятие не для того, чтобы в загадки с тобой играть. Брейвейн, Арвейн. Кирайан. На Скеллиге. Плыви за ним. В Амгалу. Торопись. Быстрей. Я пытался защитить ее. Но проклятие. Охота еще не нашла остров. Пока. Это вопрос времени. Но если она уйдет, они найдут ее. Сразу. Хватит, Геральт. Смерть еще не отпустила его. Он придет в себя? Не знаю. Ты сам видел.
Не все прошло так, как мы планировали. Я сняла заклятие, но... Испытание уничтожило его организм. Судорожное движение пальцев. Зрачки не реагируют на свет. Я видел это уже много раз. Слишком много. Токсины необратимо повредили его нервную систему. И даже если он выживет, вы понимаете. Я еду за Цири. Постой. Тебе не кажется, что ты должен нам кое-что рассказать? Откуда ты знаешь этого Авалакха? Какое он имеет отношение к Цири? Йеннифер вам все объяснит. Главное, приглядывайте за ним. Он не друг. Может и нет. Но Цири ему доверяла. И отмахиваться от его слов не стоит. Ты слышал, что он сказал? Заберешь Цири с острова Туманов, и охота тут же возьмет ее след. И что тогда? Что ты предлагаешь? Цири не может убегать вечно. Однажды она запнется, и второго шанса у нее не будет. Пора добыче стать охотником. Геральт найдет Цири и приведет сюда ее и охоту. Они понадеются застать нас врасплох и будут очень разочарованы. Мы собираемся с ними сражаться? Мы, пятеро, в этой развалюхе? А у нас есть выбор? Кроме того, зачем откладывать неизбежное? Красавчик мог бы найти еще пару бойцов, которые умеют мечом махать. Или владеют магией. Хорошо, я заберу Цири и найду союзников. Отправлю всех сюда. Есть пара особ, с которых можно стрясти долги. Какие-нибудь приятные девицы? Ага, они самые. А вы что собираетесь делать? Мне придется заботиться об Авалакхе. Он умрет без постоянной магической поддержки. Если я помогу ему, шансы есть. Немного, но все-таки. Мальчики и я подумаем, как встретить наших незваных гостей. Добро. Пора в дорогу. Удачи тебе, волк. И передавай привет ласточке. Возвращайся быстрее, Геральт. Да? Геральт? Спасибо, до свидания.
пошла. Голова волка. Я знаю это место. Тут проводили первые испытания травами, до того, как построили замок. Создавали убийц чудовищ, теперь живут чудовища. Только здесь проводили мутации. Неплохая акустика. Вопли детей, должно быть, разносились очень далеко. Этот запах. Мутагены. Сколько лет прошло, а меня по-прежнему выворачивает. Стол для мутаций. Похож на нашего мрачного Альберта. Только еще более мрачный. Похож на нашего мрачного Альберта, только еще более мрачный. Лаборатория. Тут готовили эликсиры, а скорее яды. Какое-то устройство. Сломано. Понятия не имею, для чего это могло служить. Может, оно и к лучшему. Катка для варки зелий.
Помню я эти их отварчики. Этот запах. Мутагены. Сколько лет прошло, меня по-прежнему выворачивает. Здесь заготавливали травы. Прошло меня по-прежнему выворачивал кобой. Дары природы. Староват я для таких переходов. Гляди, плотва. Держи. Расколдовать уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов.
Сударь, у нас кругом кошмары. Домовые, самовилы, змеи, летучие щуки и еще эти, нетопыри. Геральт, рады тебя видеть. Нужно что-нибудь? Как там мой доспех? Все готово. Я усилила сочленение и обдала пластины кислотой. Все как принято в моем клане. Спасибо. Сколько я тебе должен? Успокойся. Если бы не ты, меня бы здесь не было. Это подарок. В благодарность за твою помощь. Возьми. Пусть он сослужит тебе добрую службу. Спасибо. Ну как доспехи? Когда придешь за новыми? Я хочу посмотреть твои товары. Бывай. Знаешь, ведьмак, про тебя всякое... Чтобы всех дикая охота забрала. Придержи.
Здесь стоит осмотреться. Хвороба какая-то меня пробрала. Самый белоголовый. Ха-ха-ха!
Здесь стоит осмотреться.
Золтан? Да! Я знаю, где Цири. Так что же мы здесь делаем? Поехали за ней! Я-то поеду, но для тебя у меня другое задание. Я хочу, чтобы ты отправился в Каэр Морхен. Я привезу Цири туда. Вскоре после этого по крепости ударит дикая охота, и тогда твой топор нам очень пригодится. Можешь рассчитывать на меня и на мой топор. Спасибо, увидимся на месте. Весемир, Эскель и Ламберт уже там. Станешь почетным горчанином к нормальным людям. Оставь! Ты не на службе! Спасибо за помощь, Геральт. Без тебя мы бы его не поймали. Отправляешься в путь или с нами останешься? Безопаснее, когда ты поблизости. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Я сомневался, обращаться ли к тебе. Да, что там? Мне нужна помощь. О, тебе нужна моя помощь? Это даже интересно. Излагай. Я знаю, что скоро дикая охота нападет на Каэр Морхен. Я пытаюсь собрать все возможные силы и средства, чтобы дать ей бой. Дикая охота? Только не говори мне, что ты веришь в эти бредни. Это не бредни. Я убедился в этом довольно болезненным образом на собственной шкуре. Воин из меня никакой. А Каэр Морхен за пределами моей сферы влияния. С другой стороны, если бы не ты, я бы не вернул казны. Послушай, договоримся так. Я тебе отвалю кошель потуже, добавлю еще кое-что от себя, и мы в расчете. Идет? Идет. Спасибо.